Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В этом году почти 1000 автовладельцев в Кировской области привлекли к ответственности за несвоевременную оплату штрафов ГИБДД. Большинство должников, по данным управления госавтоинспекции, получили взыскание в двойном размере. Почти 100 отправились под арест. 105 нарушителей привлекли к обязательным работам. Около 90% водителей в нашем регионе пользуются возможностью оплатить штраф со скидкой. Трасса 101. За 4 месяца этого года на дорогах России произошло более 4000 автоаварий с участием нетрезвых водителей. В них погибли 700 человек. Травмы получили почти 6000. Такие ДТП, говорят в госавтоинспекции, находятся в начале списка дорожных инцидентов по тяжести последствий. Ежемесячно на дорогах страны задерживают десятки тысяч пьяных водителей. Трасса 101. В апреле в российских городах существенно сократилось не только число автомобилей на дорогах, а также число ДТП, но и количество автоугонов. Последнее, по данным «Известий», снизилось примерно наполовину. Чаще всего машины похищали в Питере, на втором месте Москва, наиболее угоняемые марки «Тойота» и «Кия». Добавлю, по официальной информации, в прошлом году в нашей стране угнали около 20 тысяч автомобилей. Трасса 101. МВД попросили внедрить в России два новых дорожных знака – «Зона автоматического контроля» и «Конец зоны автоматического контроля». Обозначаться ими, как вы уже понимаете, должны участки автотрасс, где установлены камеры фото-видеофиксации нарушений. Кроме того, авторы инициативы настаивают на установке знаков, предупреждающих водителей об устройствах, измеряющих среднюю скорость движения. Чем их не устраивают существующие таблички 8.23 фото-видеофиксация, непонятно. Трасса 101. Volkswagen начал принимать заказы на новый Polo. Минимальная стоимость лифтбека, да, теперь это лифтбек, 792 900 рублей. В базовой комплектации имеются, в частности, 15-дюймовые диски, светодиодные фары, центральный замок, мультимедиа с сенсорным экраном. Моторы бензиновые, атмосферные объемом 1.6, мощностью 90 либо 110 лошадиных сил и наддувный 125-сильный агрегат объемом 1.4. Трансмиссия механика, либо автомат, либо робот с двумя сцеплениями. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.